Ребята, всем привет, с вами Александр, и это MonoStegatops, это наш новый гибрид, это наш новый супер гибрид, которого мы уже довольно долго ждем, и давайте сейчас узнаем, как он выглядит, что он может, проверим его в битве и посмотрим, из чего же он все-таки сделан. Так, это был мой один из, давайте сейчас мы еще последнего вот здесь в инкубаторе, вот видите, он растет 3 дня там и 8 часов, да, получается, 7 часов 59 минут, чтобы его ускорить, нужно целую штуку баксов, ну, короче, 800 баксов, короче, потратить, ну, я еще начал уже тоже покупать потихоньку стегоцератопсов. Так. Вот такой вот у нас красавчик, потому что пришлось отдать, естественно, 40-го моностегоцератопса, чтобы создать, короче, гибрида, да. Так, ну и мы получили вот такого вот нашего гибридика, ребята. Чтобы его получить, ну, правила все те же. Нам нужно получать супер ДНК. Теперь нам дается одновременно два супер ДНК. Одни супер ДНК велоцираптора, вторые супер ДНК монолофозавра. То есть вот нужно будет их собирать. И нужно будет насобирать теперь не 4000, как было на супер ДНК велоцираптора. Нужно насобирать всего лишь 2000 супер ДНК. И потом покупка каждого следующего моностегатопса обходится в всего лишь в 1000. Всего лишь в 1000, ребятки. Так, давайте будем на него любоваться. Вот так вот он выглядит. Он довольно близок к трицератопсу, да, такой вот зелененький. И имеет уже, смотрите, некислые показатели. 2000 на 643, это только первый уровень, ребята. На 11 он уже 3000 на 966. И вот такая вот у него уже краска поменяется. Давайте мы сейчас создадим наших вот таких вот три парнишки. Кстати, давайте, ладно, этого покормим. Не знаю, хватит ли мне еды, либо нет. В общем-то, ребятки, сегодня мы вот так немножко ознакомимся. По-быстрому стараюсь как можно быстрее выполнить эту серию. А завтра уже в субботу сделаем его полную прокачку. И будет, короче, все у нас в шоколаде, ребятки. Вот так вот он выглядит. Пишите, как он вам. Ну, в принципе, это еще не максимальный уровень, да, в сравнении с стегоцератопсом или с моностегатопсом. Кстати, завтра я сравню его с моностегатопсом с Jurassic World Alive и посмотрим, что у нас там получится. Так, здесь 1000 и 1200, короче, да. Вот такой вот у нас красавчик. А ну-ка, давайте, что нам тут пишут? Мы уже можем прочитать даже немножко. Сочетание с ДНК хищника делает моностегатопса гораздо агрессивнее его травоядных предков. В отличие от трицератопсов и стегозавров, которые питаются группами, я думаю, как, чем, как, что, просто, в смысле, ходят и кушают группой, да, моностегатопс предпочитает делать это в одиночку. Ну, конечно, смотрите, у него такая пасть. Вообще-то, а что он ест, вопрос, как бы, мне интересно. Вот рассказали бы, что он жрет. У него-то зубы, как у хищника. Ему явно не травку жевать. Как он охотится на других динозавров? Это, короче, интересно, ребята. Можете свои предположения написать в комментариях. Так вот, парнишка. Так, моно. Давайте, может, заглянем. Монолофозавр. Кстати, вот этот стегоцефал был тот. Ладно, вы не помните уже. Я ищу монолофозавра. Вот монолофозавр. То есть нужен нам 40-й монолофозавр, которого мне тоже нужно будет создавать заново. В общем-то, и 40-й стегич. Стегоцератопс тоже гибрид, чтобы создать супер гибрида. Ну, это, короче, обычное правило. Итак, тогда мы что? Идем на PvP. Выбираем травоядные. Так. И вот наши парнишки. Жаль, что сейчас у меня нету стегоцератопса, потому что я его восстановлю по-быстрому. А еды не хватит, правда, чтобы сделать 40-й. Так бы тоже еще параллельно на них посмотрели. Ну ладно, не беда. Итак, короче, они сильнее раптора уже на данный момент, да? 3000 на 1000. И смотрите, нам в противнике попадается моностегатопс. И, кстати, там еще у нас есть хищник приатродон. Так что, как бы, кто кому сейчас наваляет, это еще вопрос. Но это прикольно, да?
Что у нас в битве? Уже попался противник нам такой же. И против нас играет девчушка. Чё-то мне кажется, что он в защиту поставит. Да-да-да-да-да. Ну и я поставил. Ну, он решил протыковать на все 7. Ну, тут было без разницы, протыкую я ее или нет, в защиту все равно все бы ушло. Так, вот так вот. Первая кровь на стороне противника. Но у нас есть бесконечное число мана стегатопсов. Кровь за кровь. Классная эта арена пвпшная. Так, 4. Ну, подменяйся. Нет, не хочешь. Ой, случайно пробил его. Так, ну это все тогда. Я думаю, мы разберемся. Приатродон как бы не выживет. Ну, правда, у него целых 8. Атакуют всего лишь на 4. Нам хватит. Нам хватит. Так, появился наш полосатенький красавчик. И давайте же мы его пробьем. Вот так вот взяли на рога Приатродона. Молодец. Справились, ребятки. Крутим нашу рулеточку. И делаем сейчас 30-го мана стегатопса. Так, ну нужно всех их слить, потому что они уже заняты. Так, ну это будет крепкий парень, да? Интересно. Но если у него сейчас 3000, то у него все равно будет маловато жизни. То есть удар у него будет чертовски неплох, но жизни мало. О, какой. Симпатичный парень. Так. $71 миллиона у нас сейчас, ребята. Пожевал тряпку. Кстати, мы его еще не драконили. Давайте вот так вот он лащится, когда мы по нем клацаем. А вот так вот он агрессивничает, как какая-то амфибия, наверное. Так, делаем эволюцию. Он становится уже более фиолетовым таким. Ух ты, ё-моё, какой он яркий стал. Вот так, ну, скажем так, больше поменялась... О, вот, в текстурке подгрузились. Больше поменялась окраска его короны. 4000 на 1200. Так, давайте покормим. 5000 на 1500, но будет сколько там, может 3000 сила удара, да, и 1008 жизни, примерно так. Ну, не будет у него десятки. Не будет. Он будет, понятно, самым сильным травоядным, но не тягаться ему с индорапторами, едонами, приатродонами и так далее. Вот так. Да ладно, давайте сейчас посмотрим, где он находится у нас в нашей турнирной сетке. Вот он у нас и где находится, рядом с 20-м церозинозавром. Так, кого будем брать? Ну, давайте как бы вот так вот возьмем.
Хочется его как бы так увидеть в противостоянии с тераподами, двуногими какими-то хищниками. О том мы только с кем, с Приатродоном, но он как-то не котируется. О, мои молитвы были услышаны, как говорится. Ну, команда противника сбалансирована. Не лучше моей. Так, ну хороший бой. Так, ну это бессмысленно. Защищаться он нас не может пробить. Нужно 3 балла, чтобы нас пробить. Так, ну терять его, конечно, тоже не хотелось бы. Так, он не проатаковал. Раз, два, три я его пробил. И раз, два. Так, готовенький. Так, ну один на один. Разменяться, 7 баллов. Атака на 4. Ну, по крайней мере, надгрызем его. Так, ну такая ситуация не очень радостная. Сменился у него 3. И не проатаковал. Так, ну плохо дело на самом деле. 5 атакует на 3. Эх, 5 атакует на 3, то есть у него 2 балла. Ну, эх. Я думал, все-таки вот и он глупо сделал. Ему нужно было перенести все баллы на стопозавра и все. Нет, нам не хватило 100 баллов. Он за 2 нас пробьет. Если бы мы за 1 справились, то стопозавр бы нас не пробил. А так пробьет. У него 2 балла, блин, ну. Мы хорошо держались. Чуточку, нам соточки урона не хватило. Вот так. Тяжелая голова. Так что, ребятки, не забываем поставить лайкосик. Кто не подписался, подписаться на канал, потому что завтра уже мы возьмем реванш за это досадное поражение. Так, вот такой вот у нас Манастегатопс, ребятки. И до скорых встреч. Всем пока.